Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа. Сегодня 2022 год, 23 мая, ребятки. Вот сегодня день рождения у мамы. Садись. И вот, куда мне садиться? Садись. Поздравляем. Тебе это светло наше поздравляем. Сегодня 23 я моя, и у меня свиное ухо в руках. Ребятки, это свиное ухо. Да. Будем сегодня, короче. Ты будешь пиво, нет? Ну, ты сюда посетили. Давай газировки найдем. А сейчас бокал придет, пиво не будешь со мной? С батя! Кстати, вообще нужно муж мыть после магазина? Зачем? Как? А если кто-то их трогал? Нет, надо мыть. А если, мама, смотри, там же... А их все трогают. За это я не хочу начинать. Потому что знаешь что? А я тебе объясню. Кстати, ты говоришь, никогда не можешь, когда все приносишь. Я но, все мою. А ты знаешь, продавщица, грузчики вот эти все ходят. Да. Вот идет покупатель по прямой, потрогать, я даже сам потрогаю. Представь, идешь, короче, по улице, посморкаешься, короче, вытерешься вот этим. Ну, конечно, бред. Не будешь осмотреть потом на руки, что вот потом посмотрел, что за товар туда-сюда, посморкался, короче, вытер, выплюнул, короче. Мне еще и понравилось вот дело. Потом потрогал. С гостиницы, там перчаточки, там вот эти штучки специальные. Надо их перчаток. Пощупал, там булочки всякие, знаешь. Смотри, дяжки, это же самое. Я запарился с пакетиками. В какой пакетик мне грузить? Да в любой. Я просто там нужен позже пакетик, чтобы его отбить. Угу. Я подхожу просто в пакетик. И салфетки. Что там? Что там? Обратно не верну. Пакетики. Да. Потому что, как сказать, платья. Да. Всем приятного. За тетю Свету. За ее здоровье. Давайте. А давай, мы с тобой, Дима тоже пивко свое. Дима, поздравим. Во, Дима, ты можешь телефон подержать, нас заснять. Вот как раз хорошо поможешь вообще. Как подержать? Как а, боже, да. Сейчас. На память. Нет, подержать нас, поснимать. Вот так, вот просто сделать. Угу. Можешь. Блин, вот если бы ты туда сел, он туда, был бы супер. И как раз мы... Стой, сидел уж. Да, можешь сидел. Конечно, сидя, просто только аккуратнее, не перевернуть камеру. Да. Вот, и оттуда ты просто нас можешь поснимать, это просто, ну, классно. Там, видишь, угол хороший на строек. И тебя в кадр не попадет как раз вот. Да ладно, я уже наперелился. Я сейчас научу... Что, с фонариком? Давай глаза без. Глаза да нет, с глазами. Так, нет. Вон, рыбку берем. Так, я сейчас тебе сразу даю включенным. Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа. Сегодня 2022 год, 23 мая. И сегодня у мамы день рождения, праздник. Йоу, ребятки, сегодня на столе ухо свиньи. Свиное ухо, ухо свины. Свини. А это что? Это вешенки, да? Ну-ка попробуй. Давай. Вот сырок, маздам, колбаска докторская, рыбка красненькая. Все. То е. Как лучше мне? Вот так идет на бок или ну, перед, зад? Это грибы. Это острые грибы вешенки. Ты же жевательный. Все думают, что это знаешь, что это? Что это кальмар? Это жевательный, для уайки острые. Батя кайфанул, покажи. Острый, капец. Я попозже буду кайфовать. Ой! После сам себе режиссера. Я хочу съездить в китайский магазин, в этом, парижский, взять 3-4 пачки лапши. Ага. Это видите? Что-то. Знаешь, я поняла. 2 it spicy. И будет рубрика, короче, такая. Съедаешь до конца 2 it spicy. Угу. Я не знаю, какой-нибудь будем что-нибудь приз давать. Что у нас есть лишнее. Батя, а что лишнее из квартиры? Угу. Ну все, давай. Банда. Все, круто. Мы потом какую тему. Ты ближе подписывай. Ближе. Опа. Лапша есть 2 it spicy, Димас, а тут можешь завидеть, загородить объем, он идет вот так. Нормально. Думаешь? Да. Вот есть, короче, это такая тема, 2 it spicy лапша, у нее мощность, короче, знаешь, какая. Тот, кто не привык к острому, он теряет сознание. А кто привык, у него на 20 минут просто горе во рту, острота. Эта лапша создана не для еды. Эта лапша, да. Эта версия лапша была создана в X Spice, знаешь для чего? Для челленджей, для экстремализма вот этого всего. Очень и очень она дает по себе знать, да? А 20 минут ты не можешь ничего брать. Ты можешь даже в рот лед брать, кусок льда. И он после этого?
Нет, лапша 200 рублей. 250, кажется, стоит лапша одна пачка лапши. Понял, понял. 250 рублей. А дальше, ты знаешь, а то, что, ты знаешь то, что корейская морковка не существует в Корее? Ее никто не знает. Потому что корейская морковка была создана... Ну, корейская морковка, которая в России... Вот это. Выездцами, которые выехали из Кореи... Она называется так. Вот это как будто... А по сути, половина только правды. Ее сделали те корейцы, которые приехали сюда. А в Корее ее не знают. Вот при... выходцы с Кореи, которые приехали к нам, сделали корейскую морковку. Типа вот они корейцы, они ее изобрели, но в Корее ее нету. Они изобрели для нашего рынка. Был блогер, который приехал в Корею, поставил площадку с корейской морковкой, спрашивает, а что это такое? Они спрашивают, мы не знаем, что это такое. Вы знаете, что такое корейская морковка? Нет, мы такое не слышали. Даже корейцы-старики, там вот эти взрослые, там никто не знает в Корее. Ее только знают те, кто в России был, те, кто пробовал. Или вот это, а в Корее не существует. Это уже факт давнишний. Не стесняйся, рыбку бери, колбаску бери. Да, сыр. Кстати, вот, вот такой рассказ. Я а тут из дороги, ты я тебе, если я удушу потом два экспайса, обалдеть. Ты просто ниоткуда. Я просто с вами разговариваю. Свалиться от глаз. Бам! Дима, главное. Тебя увидала, Света, острый глаз. Я тут наговорил. На расстоянии. Телефон вам. И чё? И приехал домой. А чё наговорил? Да он не звонил просто. Через неделю две приеду, с денежкой сразу забегу в гости. А тут маленько опять мне, так сказать, не фартануло. И... Ну и чё? Ничего страшного. Я еще домой. Дома лучше. А дома лучше всегда. Да, да. Некоторые говорят, дома привычно. Сейчас Ольгу увидишь, она толстая стала. Мама, а ты не могла без видео это сказать? И что? Плохо. Что? Запускать бы тебе видео? Что не худеет? Ну, там меньше у меня маленько. Да? Ну, в штаны мои одевает. Здравствуйте, всем привет всем. Господа товарищи, сегодня... Прекрасный день. Сегодня отмечаем день рождения я всех обожаю, нашей марки. Честно слово. Ты рыбку почистила? Просто. Да. Нет, шкуру нет. Да, шкуру нельзя есть, Димас. Так он ее чистит, сам обдирает в рыбе. Я жую. А вот это классная вещь. Очень острая. То есть, почему я вспоминаю постоянно? Скажите мне, пожалуйста. А тебя постоянно каждый день ко мне приходил на работу. Помнишь? Помогал мне. Так. Вот, ребятки, дамы и господа, сегодня прекрасно замечательный день, потому что у мамы день рождения, я, да? Да, привет, привет, ребятушки. Так что, ребятки, сегодня 23 мая, у мамы день рождения, праздник, мама близнец, да? Близнец. Близнец. А это воздух или нет? Кто? Знак. Воздух. Близнецы? Не помню. Тоже не знаю. Близнецы? Я знаю, что я без сил воздуха считается. Ну, воздушный знак. Ну, я козерог, обезьяна, да? Я козерог, огненная обезьяна. А я близнец и лошадь. А я весы, родился в год овсы. Вот, батя, и все это большое видео, которое люди будут смотреть до конца. Многие, кстати, пишут, Руся, где ваше застолье по часу? Было видео по часу, он его досмотрел до конца, до каждой минуты, ел под него, пил под него. И фанат такой, который вот именно хочет часовое, чтобы его смотреть до конца. И вот, знать, что оно большое. Есть такой фанат. Не, все в магазин, как не зайдут все наши. Почему-то есть люди, которые много просят наши часовые застолья. Да, вот они и помнят. Как вы изменились? Или Черногорский? Черногорский вы пока нет. Ну, я же обратил внимание, дело не только в, там, в маникюре. Но вы помолодели. Я почему сразу сказал, то есть прям помолодели. А может, ты влюбилась?
Влюбилась, конечно, влюбилась. Кого? Тебя? Нет, я знаю, кого я произносить я не буду. Но. И Дима знает, да? Нет, не знаю. Не надо. Нет, он еще не знает. Надо, не надо, никто к чему. Я не в курсе, что там, правда. Ногу не толкай, не, я не скажу. Взяли, заинтриговали. Одни вот эти вот понравились. Как я продавщица уговорила, говорит, попробуй, попробуй. А я-то стал, знаешь, как ухаживать за собой, смотрел. Я просыпаюсь, я лицо мою корейской пенкой для лица, знаешь, такие пенки для лица, которые в корейских магазинах продаются. Ну, ты лицо теплой водой умываешь, потом на руку намазываешь и растираешь. И, короче, это витаминные, там вот это, как сказать, витаминами кожу обогащает. Замедляет старение, обогащает кожу, кожу, старение кожи, там вот это все, витамины, короче, вот это, эластичность. Потом крем, сейчас итальянский, до этого корейский был, итальянский настоящий, который около 1000 стоит, 900 рублей, одна баночка вот такая, он на месяц хватает, так, растирает. Даже если хоть 40 лет, 50, 60, 70, ухаживать за собой надо. Правильно? Да, в этом я согласен, в этом солидарен. Вот. Получается, да, пенкой там вот так мажешь, и потом смываешь. Это свежесть дает, витамины, в них витаминов много. И омолаживание, плюс кремом. Плюс это моешь каждый день теперь. А моешься всегда профессиональными шампунями и гелем. Выбираем просто магазины, которые специализированы. Так, вот так, спасибо большое. Не надо, Гоч, ну сам же достань. Слушай, он, да такой, я сам. Он такой человек скромный. Гоша, так не делают руками, не накладывают. Слушай, он не побрезгует. Спасибо большое. Я ему просто пускать. Я разговариваю просто. Он, знаешь, какой скромный, он не может вообще. Это же такой человек, я. Он всегда... Сейчас у нас не будет скромным. Я в гости всегда на разговор. Он всегда за мной ухаживал, когда я на работе был, он мне всегда. Батя, давай, все, он наберет и колбасы, всего наберет булочек. Он всегда про меня ни разу не забыл. Ну прости меня за это, я такой. Нас не будет. Да, я уважаю. И наоборот, за что прощать, давай, когда? Не буду сейчас скромным. Спасибо, батя. Добрее спасибо. Тебя человека не было на галактике, представляешь, честно говоря. Главное. Мы не раз вспоминали с моей продавщицей. Добрее Димы не было никого. Он всегда все последним поделится. Придет. Это, что-то короче, Димас, это батин напарник, который бате помогал всегда, ну и вообще работал вместе четко. Женьки, вообще нет. Это силач просто, силач. Он даже а кто тебе его посоветовал? Помог перевести даже мне вот это вот все. Он ко мне ходил здесь на работу, вперед еще. Я да, Дима? Так мы больше всех с ним отработали. Полтора есть, года, ровно. Вот как раз как я... Как Дима, раз, мы с тобой больше же знаем друг друга. Как да. раз когда мы переехали, вот встретили... Я не про знания говорю. Я стал мыться пенкой каждый день. Мы сразу же пенку уже купили. Крем и профессиональный шампунь. Я стал мыться каждый день, ухаживать за собой. И плюс я в то время был 124 килограмма, а сейчас 99-600 вот сейчас. Был, конечно, и 102. И правильное питание, потому что надо и меньше жирности, масло меньше лить. Получается, меньше вреда на печень. Я хоть печень стал лечить. Вот когда я жил раньше, да, у меня, представь, развилось ожирение печени. А я даже телевизор смотрел и изучал. Это предначальная стадия, первая стадия цирроза печени. Надо лечить как раз печень на стадии ожирения печени. Оно перерастает. Вот даже врачи, вот по Первому каналу передача идет про печень. Была, вот слушал. Ожирение печени — это предначальная стадия цирроза. Сейчас я его лечу, и мне легче. Потому что сейчас и правильное питание, и маслица, сковородку мало мажем, и все. И вообще все идеально. И мультиварки в основном готовим. А до этого я цирроз печени, сужение сосудов головного мозга, там вообще столько болезней, а сейчас я хоть их помаленьку очистил. Понял, услышал от меня слово. Ну просто да, когда мама готовит, она готовит всегда пожирнее. Мама готовит пожирнее, там, чтобы пирожки в масле, чтобы эти, да? Чтобы ножки там в масле, правильно? Все. И ножки сами дают жир. Ну, вообще, главное, что живчик. Понял, Руслан, нормально. Ну, хорошо. Просто занялся своим здоровьем. Да. Вот. Стал по больницам, прошел все комиссии. Ну. Ага, все прошел.
Вот я даже прошел. Я даже рентген мозга прошел. Пускай он еще поест. А? Детей дождемся. Или вы... Так а мы туда унесем, поедим по кусочку здесь. Представь, давайте покушаем. А, Димас, я даже рентген мозга прошел. Боже, подай тарелочки. Мы здесь маленько поедим по кусочку. А меня последний раз мамка шпиговал присоски в Москве. Ну, маленький. Да нет, здесь мы. Вы знаешь, МРТ в Абакане надпись большая МРТ. Это вот, кого-то. МРТ, да. Представьте, проводочки посоединяют. Нет, ты в Кадыш МРТ, 4000 стоит. Это пока себе и Диме, и мне пока не надо. Тут-то платно. Сына, тебе отрезать? Торт. Вообще, ты будешь торт? Буду маленько. Это в Кадыш, ты ложишься, тебе на мухнике одевают. И это этим, как это называется, это радиация, что ли? То, что его часто делать нельзя. Да. Сказали, ну, все отлично, кроме того, что возле носовых там жидкость. Угу. Мне сказали идти к этому, к ночному. Вот. И все. А так у меня активность мозга отличная, они сказали. Все отлично, все на уровне. Вообще, мозг отлично. Вот. А до этого мне говорили сужение с головного мозга, сосудов. Так что, ну я на сосуды, видишь, отдельно не делал. Если на сосуды сделал, мне опять сказали бы это, сужение, кстати. Больше я тебе отрежу, поставь. Вот, Димас, видишь, а какая история, пока. Когда с родителями живешь, всегда какие-то болезни. Да. Я отдельно занимаешься хоть собой, правильно? Да, Димас? Ну, конечно. Тебе какой отрежу? Ну, мне в плане это, конечно, больше везет. Я не хвастаюсь перед тобой никакого случая, Русланка. Руслан, я худощавый, большая порода. Полотенец склонен. А я в детстве был 50 килограмм. Ну, когда 17-16 лет, я 50 килограмм был. Сына, какой тебе отрезать? Все такие охотки есть. Какой? Да, у нас фотка. Я был, короче, 50-51 килограмм в детстве. Ну, в детстве 16 лет. Ну, и в самом детстве, да, тоже? Да. Ну, был худой. Потом пополнял, потом похудел. Напитку налить еще надо. Сыночка, хватит тебе, смотри. Ты не стесняйся, Дима, будь солидей своей. Да, стараюсь. Но я просто вас бываю. Я просто знаю, какой ты человек. Очень скромный. Ты скромный. Нагло считаю, уже на 100% себя вести себя как своему, блин. А что? В гости не приедешь. Да? Дико. О, вилочка. Это я. Так, все луги отрезала. Это туда заберем. Вот, про что я и говорил. Ну. То, что, смотри, в чем дело даже. Смотри, я похудел, многие это замечают. Плюс у меня помолодела кожа, это тоже многие замечают. Вот, и плюс вот это, с печенью тоже важно. Ну, дай бог, это классно. А я сама крем это делаю. Это отлично, классно. Себе сама крем делаю. Знаешь, какой классный, вообще обалденный, омолаживающий. Угу. Недорого. Помнишь, я тебе покупала-то в Черногорске? Ты себе покупала. Себе покупала. Но еще туда добавки, да, делаю. А почему... Ой, мам, ты любишь делать и крема, и коньяки свои, да? Да. А почему, тем более, нет, когда в ваше время есть возможность? Почему нет? Тем более сейчас... Лучше взять нормально, взять крем, и все, он на месяц хватит. Уже так. Рак не фантастика, что лечится. И... Ну, естественно, кажется. Нет, смотри, Дима. Еще вот такого тюбика... Туберкулез, скажется, во. Вот такого тюбика крема лечит. Хватит на полтора-два месяца, ну или на месяц. Полтора, ну, от месяца до двух хватает. А зачем самому делать? Здесь зато профессиональные витамины, да? Я витамины покупаю, туда добавляю. Возьми за 800-900 рублей, бывает за 1000. На 2 месяца хватит. Ну там такого нет, таких компонентов, какие мне нужно. А, что там есть? Ой. Мне сейчас коллаген купить. Угу. Вот давай видео тебе сниму. Попить. Я изготавливаю. Ой, Славка, это моя слабость. Спасибо большое. Давай. Здравствуйте, всем привет всем, ребятушки, милые купатушки. Вот. Александр берет дорогие крема, а я беру дешевый и сама в него добавляю все, что нужно. Ты сама изготавливаешь? Да. Но вот. Я не скажу рецепт. Когда ты свой магазин откроешь, крем тогда?
Да, дорогие крема уже сколько пробрали. И на улитковых... Все просто. Нет, мы брали на улитковых основах, там на оливковых эффект, вот я брал. Вот, кстати. Там много витаминов. Маски еще. На улитках. У меня он не делает. А почему оливковое масло иногда хает? Я так сейчас из любопытного интереса, мне правда самому любопытно. Оливковое масло самое лучшее, самое дорогое. Угу. И у нас всегда на оливковом мы только делаем. Оно полезнее. Некоторые его вниз почему-то опускают. Кто это так мог сказать? Я как будто... А вот Рендии посмотреть. Кстати, канал. Знакомый мне уже не один говорил, Димка, сломай кнопку этого канала. Там только жутику. Поэтому Рендии и все. Но мне нравится, просто научная фантастика мне нравится. Вещи вот ладно. И поэтому о, кстати, по большей части из-за этого. Ты же знаешь, что многие путешественники о времени, вот эта тема, они говорят, что будут откроются путешествия, ну вот эти технологии в 28 году, знаешь? Встречал? Так мороженое. Да, уже слушал, да. И, кстати, многие, там сколько не слушать, многие вообще про этот год, то, что внезапно это откроется, и все удивятся, то, что кто это был основатель. Это как будто бы нас сейчас подготавливают к чему-то там, а потом, чтобы резко это все открыть, ты имеешь в виду? Ну, понятно, да. Угу. И все, чтобы никто не удивлялся. Это резко это узнается. Оказывается, так сказать, изучение путешествий во времени, они были давно. Они всегда изучались. Да, коллайдер, это же не зря взять простое, вот это нечто пытается. А помнишь, ты все мечтал? Вкусный тортик, правда? Это когда? Мороженое. Это на дошку встанешь и полетел. Помчался. Кто-то? Ну ты мечтал. Чтобы на дошку встал и проехал. Как назад будет? Сейчас эти самокаты летают, носятся. На кнопку нажали и летят. А знаешь, Димас, если ты в Красноярск приедешь, там много вот таких площадок огромных, где десятки этих самокатов прикреплены. Так ведь по 2-3 штуки. И у нас тут летают. Жизнь. Телефон подключаешь, короче. Да на колесах, что батя говорит? На колесах, самокаты. Вот это его уже не, еще правда слышу, что они уже распространяются. Я это еще не знал. Телефон включаешь, короче, и тебе баланса списывают там сколько, 3 или 4 рубля в минуту, короче. И пока на балансе есть, он едет. Баланс телефона кончается, и он останавливается и не плюсится больше. То есть над воздухом? Нет. Нет, над воздухом, на колесах-то эти. Ну это понял. А то эксперименты именно на воздухе, вот как на забудущее наподобие. А вообще-то вот эти машины, которые с датчиками, без водителя, они лет 5 уже изучаются. Ну это да. А вот именно на воздухе. Знаешь, как на забудущее? Скейтборд на небольшом расстоянии от земли, просто на воздухе. Это скорее всего тогда будут, когда будут, знаешь, вот эти... Через лет сать еще, конечно, да. Нет, 10-15, не больше. Потому что сейчас эти технологии учатся. Да. Уже есть это, но показывали по телевизору, что есть уже, могут, показывали, как они эксперименты проводят, но это все ненадолго, дорабатывают, там 5-10, конечно. Там. Потому что наше топливо, которое в частный момент создано, оно не может долго это все делаться. Чтобы машины летали, вот это все, это надо сделают, реактор, на реакторе. Знаешь, фильмы, где там на атомном реакторе машины, то фильмы про будущее, и там машины на атомном реакторе, и они типа летают, вот это все. И когда будет изготовлена технология атомного реактора, ну вот этого для машин, безопасного, который для людей, вот это аккуратного все, тогда будет хватать энергии на года. 10 лет, 15 лет может ездить машина, летать и все. Заряжай ее или вообще не заряжай, и неизвестно как будет. Сейчас же взять вот эти вот аккумуляторы машин на электро. Да, вроде придумали. Вроде батареи со стороны хорошие, с виду все как слушается. Это ток, это не ток. Но там недоработано то, что они взрывают. Взрывается вообще кошмар. И соседний, это же все там на что-то там опасно, как горючки там, ну, то есть просто бензин, там что-то как это называется. Аккумулятор взрывается сильно. Нет, тип, просто самое, как тип тока, опасный. Короче, по тип ядерного запала, грубо говоря. Нет, когда он то будет безопасный. Очень взрывчатый. Надо, но... знаешь, корпус сделать правильный и все вот это подходящее. Вот именно правильный корпус, это согласен. Они хотят быстро вести, но быстро не получится. Нет, это с годами. Надо аккуратно. Ну, иногда страдают, мягко говоря, извиняюсь за выражение, подобные кролики. Я вот не знаю, когда первая машина... Покупают себе эти агрегаты. Целые квартиры сгорают. Но... Представь, Димас, когда первые машины такие выйдут, как на них вот боятся будут все садиться? Так в Арабских Эмиратах что-то слышал уже давненько, там уже... У нас же тоже на аккумуляторе этот, у Вики. Да там... и пылесос на аккумуляторе бывает, и что? А в Арабских Эмиратах, я говорю, уже давно не фантастика, что такси без... У нас самокат на аккумуляторах. Без пилота. Аккумулятор на самокат улетит. Когда смотришь, какие работы пропадут в будущем, на которые учиться не надо. Это одна из работ, это знаешь, какая? Продавец.
за место продавцов будут всегда роботы стоять прямо вот так. Или вообще вот это ты ложишь туда ковша. Ну, сейчас он много вот уже. В течение 10 лет пропадет эта работа. В поляне уже почти все так дело уже ложат. Нет, ну будут единичные случаи, они всегда будут. Единичные случаи будут. Гипермаркеты большие, тоже богатые, они будут. Это, я не знаю. Ну, они будут без продавцов в гипермаркете. Они будут следить за этими продавцами, вот эти люди. Понял, о чем? В Японии? Да. В Японии больше, чем это 50%. Давно. Сейчас нет продавцов. Это лет 340, они уже назад давно, это технология. Что мы по истории в школе. Я смотрел про японские технологии. 2-3 человека техника, и там делают все роботы. Представь, как они там дома строят. В Японии сейчас почти нигде не надо строителя. Там человек сидит, короче, там аппарат, он на компьютере. Тык-тык-тык, там крюк вот такой. Меша, вот все делает, короче, кирпич ложит, все вот эти штуки. Огромный вот такой. Джух. Сидит один человек и вот так ему управляет, короче, нажмет. Да. Ему все, вот там. Для этого люди нужны, чтобы следить за техникой. Все. Жаль, блядь, в Японии уже не надо строителя. Там чинить их, там следить. Там же такие аппараты, короче, там проект, ой, и по вкусно, проекту он строит. Вкуснятина. Вот так. Так что батя нельзя в Японию, батя же любит строить. Ну, батя? Угу. А там я пол, Димик, положи. Ой, на плиту. Здоровья вам. Ну чё за... Ну чё, тортик подымем, бокалы за 56-летие. А я уже съели тортик. Налила вторую бутылку и давай за 56-летие. Как тортик съели? Ну, пока ты разговаривал, мы съели. Ба, здесь не положь, да? Да, на плиту. На положь куда-нибудь. Сегодня... Чтобы потом мало ли чего, опять возьмешь там же. Ой. Давай подымем бокалы за 56-летие и тортик вместе. У бати есть торт, вон. Он его куда-то убрал. Вот и стоишь. Давай. Говорит, соседа угощу. Я забыл, как сосед нашел. А я тоже сын. Давайте, за вашу маму, за вашу жену, не обессудьте мне. Вам поздравляем тебя, да, 56-летие. И за вас. Давай, Димас, последний раз нас снимешь. Давай. Потому что, как поздравляем сейчас, бокал. Маша, возьми торт, а. Да, с тортом. Что ты все пиво отобьешь? Так, ладно. Ты на красную добьешь? Я ем просто еду. Циферки пойдут вверху. Кстати, этот телефон, знаешь, сколько стоит? Лучше не знать. Односимочный тот самый? А не нет. Тот, как другой. Односимочный? Это 13-й iPhone, 512 гигабайт Pro. Я спутал с этим, как он называется. Почему 200? Сейчас 200 был, 130. Как же называется его Односимочный? iPhone 13 Pro. Вот. Я с ним спутал. Вот. Так что не урони. Понял. Он сейчас 200 с лишним тысяч. Жуки понагнал меня, блин. Давай. Начали? Давай. Здравствуйте всем! Привет всем! Ребята, дамы, господа, подписчики, родные, дорогие, мы сегодня у бати празднуем мамино день рождения, 56-летие. Да, это Света. Вот с таким тортом, ребята. Да и не только торты, грибы, вешенки. И ухо. Тетя Света, которая в хозяйстве домохозяйки, давай вешает кому надо, куда она надо. А я попила, сына, нельзя стоять пустой. Я уже попила, поела тортика, не дождалась я вас. Поднимай бокал. Ну, вот это мой бокал. Батя. Это мы 3 года везли наравне такие груза, а разница в возрасте 2 раза. Вы представляете, мне 43-й год, он везет, еще и нас учит. Я был рад с тобой это работать. Вкусный торт. Да, отличный торт. 10 лет полный стаж на этой планете мешков. Батя, дай бог, чтобы еще минимум столько же. Хватит нафиг, на длить не будем. Мешки таскать, у меня шея болит. Честно говоря, шея болит от этой мешков. Лучше не буду их таскать. Лучше буду метелкой мести. Лучше двое. Батя лучше будет ездить на эпихвате. Да, на эпихвате. Биться будет со спартаками, если получится. Так что, ребята, всем счастья, радости, удачи. Батя берет профессию боец на ринге. Вызывайте, кто хочет на бой, батя. Хватит такое говорить, выпусти, а то вызовут меня, знаешь кто. Ну, а ты чего, согласишься, что да. Срезник. 34, да, который снесет меня просто. Да и он-то зачем? Тебе... Да он 2 сразу снес. Знаешь, то, что он вону его победит на раз. А? Т-34, тут показываю. Он тебе показывает. Это сейчас, полное ТВ сейчас. Он 2 сразу рубил, такого, представляешь? Да. Ты такой бой сейчас увидел. Вот такие, по 200 килограмм. Ну смотри, давай так. Ты валу его знаешь? Да.
Валуев для него это просто игрушка. Он его снесет на раз-два. Вот Валуев, он не боец для него. Т-34 машина. Вот которого здорового видел. Покажите. А нет, сейчас другого. Другого он мне покажет. Сейчас бой. Вот этот бой покажи, сближи полное ТВ. Как он всех положил, они лежали на ногах. Диме это будет очень интересно. Валуев, он кто? Такой бой. Он боксер. Да. А этот и ноги, нет, и руки он этого Фархада. Я удивился, как он Фархадыча снес. Просто тух. Он сразу... Решил сразу Фархадыча первого снести. А потом Гришку. Потому что Гриша для Боже, него... Боже, ешь уже... ты это, да? Каково? Торт. Да ем я ем. Я не вижу, ты ни кусочка не притронулся. Ем-ем и ни кусочка не притронулся. Ох, ты пиво, да, у тебя не надо просить. Я и вилка. Я и вилка, и ногой. Давай заявку на работу отправим. Он пойдет работать в пивной завод. Ой. Дегустатором пива. Чтобы когда линия проходит, нужно знать, оно правильно сделалось, там состав, там купаж, вот это все. Да, да. И на пользу и кайфово. Да. Проверяй. Я где-то видел, работает дегустатор. И маты, и на маты. Не хочешь, мам? Не ты мне говоришь. Типа того, что дегустатор вина или кого вина. А, ну бывает, да. Ой, ну господи, находился. Надо весь день дегустировать вина. Ну, это не так, как он дегустирует. Не, про маты не надо. При Диме вообще не надо про плохое говорить. Да ладно, Дима еще, не любит. Я еще не черногорский, что ли, сразу говорю. Так что связание. Ладно, ты будешь. Давай ешь. Я ем. Пока не посинешь. Посинешь, опять ешь. Да. Осинешь-то тортик ешь? Это тарта. Это. Смотри, у торта были ягодки, это от ягодок. Ой, а там тоже пока 4 дня пробыл. Ну там кушать готовим. А сами готовите? Ну да. Ну там зам и начальник. То есть, а начальнику еще раз хотелось плова. И мы просто на плитке мы сделали плов. И ну все так. Все было так отлично. Не, плов давно не кушал еще. И прям покушал. Ну просто как бы на счастье в этом плане они на деньги не смотрят. То есть они курить там, я про что-то говорю. А вообще, нормально. Они оплачивают все дружно. Работу обещали тебе? Обещать-то обещали, но я оттуда... Ну, что бы вы обо мне не подумали, скажет клоун, скажет, и правильно сделать. Ну, я вот объяснял. Руслан, тебе не помню, рассказывал. Мне. Ты представляешь, они Химка, вот это вот под этим... А наркоманы, короче. Голова у них, мягко говоря, маленькая безбашенная. 3 этажа профлист на школу ложить детям. Еще плюс на высоте, да? На третьем этаже. Ну, 4 почти этажа. И там было несколько моментов. Моментов 5 или 7, я уже психанул. Ну, скажи, не ешь это. Чуть с крыши не улетал, ты представляешь? То есть там дело в чем? Там самый карниз, он идет примерно с полметра, на под ним ничего нету. А гвоздики-то надо, то есть последняя доска, самая крайняя, она не трогается, она старая. А предпоследняя начинается новая с предпоследней. И вот надо тупо дотянуться на вытянутой руке, то есть за краем лотка, чтобы не туда самому, и вот так гвоздь забивает. То меня пиханет, то он идет дурак. Там, короче, не хотел я об этом говорить. Вот как однажды мне знакомый рассказал подобную историю. Он в сланцах идет, там гвоздей куча. Он идет по краю, там справа пропасть. Да не гоните, нормально все. То ли под наркотой, то ли пьяный. Ну что-то вот вроде, глаза стеклянные. А начальника всего вот так колоть, как ненормально. Кстати, там мне рассказывали уже с той стороны, где я был. Я тебя, говорю, сейчас убью. Может, они вот они сбить могут и скинуть. Может, они будут вещать, то есть. А он там, я супермен. И вот тут подобная история. Этот дуралей скачет, то меня толканет, то вот так вокруг меня, то по краю сам ходит, рискует. Я, да что ты будешь? Я все, у меня уже самого вот так вот всего тут свет. Там же высоко, жить так вот, да, блядь. Конце до конца. Я оттуда думаю, ты... На сейчас нормально. Ну, я не знаю. Они в парах работают, тот свет. Может, я зря убежал. Ну я свою натуру просто знаю. Если им что-то не нравится, я оттуда убегаю. Ну, Житька тоже тогда поехал на вахту 2 дня. Те вдвоем в паре работают, те вдвоем, ну вторые двое тоже в паре. И сколько там вообще обещали? Вообще обещали, за месяц сначала говорили, за месяц получишь минимум 40. Но если не посмотрят, если ты хорошо работаешь, не, работаю я всегда стараюсь на совесть. Я и работал хорошо, сейчас эти 4 дня или 5, не помню. Ну вот я за чего убежал, рассказывал. Они будут и все 60 платить, там
Двое из алкоголя. Третий-то что-то в волейбол играли, руку сломал. Ну там прям в спортзале живем на матах пока. Ну там тепло, конечно, все там. Матрас, все дела, чистенько. Ну, места много, в волейбол они решили сыграть. Я уже шучу с Серегой, с которого меня туда притащил. И говорю, Серега, я не удивлюсь, почему сейчас мы в волейбол не играем, они уже боятся. Лишь бы все живы были, пора поработать. Но так вот как-то, ну... Я просто устал вот так вот трястись, ну, в конце концов, я туда работаю. Мне кажется, уже где-то здесь устроился за 1020, да? За 20. Или с чем-то. Ну, лучше свободно здесь и рядом. Да, чем мотаться такую даль. Я там, тем более, пока был, Руслан. Да мне уже звонят некоторые люди. Одному там, Димка, туда, сюда. Второй там. 2-3 человека позвонили, короче. Димка, ты нужен здесь. Ну, извините, пожалуйста, мне. Я сейчас пока за 200 километров. Что такое сказать? Но... Вот. Ну, сейчас приеду, я на Колымах как бы не умру, Руслан, ну, как бы, дай бог куда-нибудь все равно, охота на вахту, что-нибудь побольше денег, просто, я уже согласился, что там кормят все свои, кидалово нет, но вот это токсикоманство, вот это вот неадекватные головы у них, вот это меня, ну, мягко говоря, ну, мне вообще не нравится, рисковать на этой крыше, постоянно. Даже вот, ну там вообще, еще немаловажный факт. Вообще планы были за 2 недели все это успеть. То есть я туда приехал, там уже новые доски, там вот старые бруски, и над ними чуть выше по ровно, чтобы ровненькие были, по нитке натянуты, да, доски по шее. И вот, мы это все сделали, уже конус один там. Короче, нам оставалось еще и вторая половина еще не тронута. То есть, вот, допустим, вот я прикинул, как мы там делаем, мы за 2 недели не управимся, это, во-первых, там минимум, наверное, 3 недели только одну сторону. Да дело но даже не в этом. Я бы там остался и на месте, на полтора. Но если бы они были адекватные, блин. Может, съешь что-то, да? Ну, да съем. Ко мне мать, я съем. Сейчас днем рождения тебе, Матя. С днем рождения. Поздравляем. Великая наша женщина. Прошу прощения за всю свою жизнь, сколько тебе гадостей сделал. Ты говоришь, это каждый день неделю. Каждый день говоришь. Ты зачем так жестко рискуешь? Он это каждый день говорит. Я обязан говорить каждый день. А к вечеру начинается по новой. И опять маты. С утра нормально, а к вечеру по новой. Главное, не провоцируй. А тебя никто не провоцирует. Ты главное, не кидайся. Мало ли кого провоцируют. Не провоцируют. Что молчим, дороже? Я теперь молчу. Я перед Русланом извинюсь. Ой, он каждый день говорит, молчу, извините, а на руку через... Бать, ты курить ходил? Я дурак. Ты курить ходил? Угу. Вы меня извините, если... Сходи, покури. Пойдем, покури. Ну что, поехал? Сейчас поехал, включишь ему стрим и поедем. Надо включать. Конечно, он же к нам по вечерам часов 10. Я же до вечера буду, да прожмем 10. А может еще и не пойдет. Ну все, я пойду. Кто его знает. Включать? Включай. Ну чай, да, пойдем. А это батя уберешь потом, да? Ну, да я на стриме буду. Всем пока, вот, ребята. Угу.